Но в начале выпуска новости из столицы. Сегодня там вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев и губернатор Пензенской области провели рабочую встречу. Обсудили развитие агропромышленного комплекса и реализацию нацпроекта «Экология». Олег Мельниченко доложил, что в нашем регионе отмечена положительная динамика в пищевой и перерабатывающей промышленности. Показатели выше средних по стране, что позволяет успешно экспортировать продукцию на внешние рынки. Неплохих результатов удалось достичь и в рамках нацпроекта «Экология». Только по региональной программе сохранения лесов за 3 года приобретено 56 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники, на что выделялось более 200 миллионов рублей.